Выставочная простора молодым. У Центральной городской библиотеки имя Герцена открылась выстава гомельской мастачки Анастасии Шабалтас. У экспозиции представлено больше как 40 картин, техника халейного и акварельного живопису. У работах Анастасии Шабалтас фантастичные идеи и казачные образы увасабляются у надзвычай светлые живописные творы. Яны представляют глядачам целый шерог сюжетов. Морские пейзажи, чайный натюрморт, истории загородного життя. Это моя любимая тематика. Сейчас, конечно, больше пошла Марины, но коты всегда остаются со мной. Даже по фотографии могу писать котов в любой тематике, в любых своих работах. Я всегда пишу и очень рада этому. Самые новенькие – это символ года, это свинки-ангелочки. Буквально за 2 дня последних написала выставки. Выявленчим мастерством Анастасия Шабалтас захопилась у дзяцінстве. За плячыма аўтара 19-я школа с эстетичным ухилом, коллеж народных мастацких промыслов и мастацкое вучилище. Мастачка неодноразово была удельницей коллективных и персональных выстав.